Всем привет! И вы на канале Саши Сокол. И сегодня я сниму видео Back to School. Покупки к школе. Да, уже остался один день до школы. Конечно, да. Простите меня за звук. Ну, что делать? Школа есть школа. Я, конечно, не хочу. Поздравляю вас с 1 сентября. С 1 сентября. И сегодня я вам покажу канцелярию, которую я купила. Это тетрадки, ручки и все такое. Так, поехали. Это должна была быть составочка. Что я первое купила? Конечно же, дневник. Конечно, не первое, я его купила только 31 августа. Это было вчера, в часов 8-9, когда мы гуляли. Такой дневник, обыкновенный белорусский дневник. Да, мне тут мешают снимать. У меня в прошлом году такой же был. Я не знаю, почему я вам показываю. Так, вот первое, вот такую вот тетрадку мне надо для школы. Это по географии. Вот. Вот такая вот по биологии в 7 классе. Вот такая по английскому. Первая, вторая часть. У нас и в позапрошлом такое меняется цвет у этих тетрадок. Вот такая вот для лабораторных работ. Она будет лежать у учителя. Такая тоже будет у учителя лежать по географии. Такая по физике тоже будет у учителя. Она такая тоненькая. Все, смотрите. И стол, кстати, очень дешевый. Вот такая по химии. Рабочая тетрадь. Она будет у нас. Итак, вот такая вот тетрадочка. Мы перешли к тетрадочкам. Такая вот тетрадочка. Тут написано, да, у меня много недостатков. Простите меня, идеальные люди. Вот. Что... Итак, что у меня дальше? Дальше у меня тетрадка для записи иностранных слов. Я учу в школе английский, в этом году буду учить польский. Такая вот тетрадочка с собачкой. Обыкновенно на 96 листов. На всякий случай я взяла на 96. Вдруг что? Такая вот тетрадочка. Звездное небо, но мне очень нравится. Вот такая вот она. Потом вот таких вот необыкновенных тонких тетради. У меня их несколько штук, конечно. Такая вот по геометрии. Я не знаю, можно, наверное, такие или нет. И вот такая вот по химии. Итак, вот такая вот у меня тетрадочка по информатике. Такая тетрадочка, да, у меня по биологии. Вот такая еще тетрадочка по информатике. Она будет у нас. Мы будем в ней домашнее делать и классно писать. Там правила всякие. Так, у меня еще три тут тетрадочки из одной коллекции. Вот такая по алгебре. Физика. История. Такие вот у меня тетрадочки. Опс, простите. Вот такая тетрадочка. Вот такая тетрадочка, вот такая тетрадочка розовенькая, и такая фиолетовая. Вот. И следующие у меня идут тоже из коллекции. Смотрим. Такая, вот такая, вот такая, и вот такая. Вот. Они все из меня коллекции, как вы поняли. И еще вот такая вот у меня последняя тетрадочка. У нас, ну, короче, такая классная очень, тоже все морская, надо будет это поминать очень. Итак, сейчас я вам покажу то, что я купила из ручек и всего. Мне осталось только купить, это уже будет позже, за маску. Я купила вот таких вот две обыкновенных шариковые ручки. Купила, ну, точнее, у меня с прошлого года остались. Три маркера. Зеленый, желтый, розовый. Ручка на масляной основе. Она очень хорошо пишет. Транспортир. Мгновенный вот такой. Линейка с прошлого, с первого класса. Она очень хорошая. Ничего ни разу не сломалась. Вот такая вот у нас карандаш тоже с прошлого года. Такие стикеры. Тоже. Ну, в этом году я купила вот такую вот точилку с прошлого года и такая вот стирочка. Вот.
На этом было все. Это мои покупки к школе. Пока-пока, и вы были на канале.